Привет, друзья! Если вы собрались на Кипр и раздумываете, брать или не брать здесь машину в аренду, даже не сомневайтесь, брать. Без машинки здесь никак. А я вам сегодня расскажу, как это сделать быстро, легко, безболезненно и на какие важные нюансы стоит обратить внимание. Поехали! Арендовать машину на Кипре не просто, а очень просто. Во-первых, здесь представлены практически все глобальные лидеры проката. Sixt, Avis, Budget, Europcar. Поэтому вы спокойно можете зайти на сайт этих компаний и выбрать ту машинку, которая вам по душе. Еще более удобный вариант – пойти на сайт агрегатор. Например, мы пользуемся Rental Cars. Ссылку дам ниже в комментариях к этому видео. Очень удобно. Вы заходите и выбираете из всех моделей, которые существуют на данный момент на рынке и которые свободны. А дальше очень просто. Практически все компании имеют свои филиалы в аэропорту. Прилетели, вышли, словили горячий воздух в лицо, сели в машинку и поехали вперед к приключениям. Соответственно, когда закончился ваш отпуск, сдали машинку и улетели. Легко. Это идеальная схема для тех, кто приезжает на короткий период времени. Если же вы приехали надолго, в локальных компаниях зачастую более дешевые услуги. Например, к нам приезжают друзья на 16 дней. В локальной компании, владельцы которой хорошо мы знаем, Nissan Note обходится в 350 евро за 16 дней с двумя детскими автокреслами. Аналогичная машина в Европкаре обходится приблизительно в 500 евро. Разница заметна. Водить на Кипре одно удовольствие. Во-первых, тут незначительный трафик, а во-вторых, очень хорошие дороги. Причем даже где-то глубоко в горах. Ограничение скорости на дорогах в городе 50 км в час, за городом 65 и на некоторых участках даже 80 км в час. На автобане, единственном на Кипре, пересекающем остров с запада на восток, 100 км в час. Кстати, автобан бесплатный. И на отдельных участках в горах, на серпантинах, 30 км в час. Но поверьте, там вы больше не захотите ехать. Но есть один важный нюансик. Движение на Кипре левостороннее, а руль находится справа. Непривычно немножко, как в старых добрых британских традициях. Но к этому тоже быстро привыкаешь. В конце концов, остров настолько красивый, что ты на все готов, чтобы его посмотреть. Но даже если вы себя несколько неуверенно чувствуете за правым рулем, не бойтесь, другие участники движения о вас предупреждены. Потому что на вашей машине красные номера. На всех остальных местных машинах белые номера, и иногда на заднем бампере они желтые. Кто-то умный давным-давно придумал, что туристов надо пометить красными номерами. И теперь все местные знают, что красный номер будет вдвойне осторожен. Немного про топливо. Цены на топливо отражают мировые тенденции. Например, весь этот год, с конца 15 по середину 16 года, топливо на Кипре дешевело и достигло фактически евро 10 за литр 95-го бензина. Сейчас это евро 15. Некоторое восстановление. Заправки работают круглосуточно. Просто после 6 часов вечера и выходные дни – это самообслуживание. В остальное время вежливый, приветливый персонал вам поможет. А еще на Кипре можно себя побаловать экзотическим транспортом. Квадроциклом или багги. Эти везде проходимые транспортные средства вам очень пригодятся в некоторых зонах Кипра, куда практически невозможно доехать на обычной машине. Это невероятный фан. Например, мы живем недалеко от Пафоса, и здесь находится полуострова Камос, заповедник. И вот там покататься на квадрике или на багги – это сущее удовольствие. Например, один день аренды квадроцикла обойдется вам в 50-60 евро, в зависимости от объема двигателя. А вот этот мегабагги может стоить и 90, и 100 евро в день. Ну и напоследок, здесь можно еще арендовать симпатичную моторную лодку и посмотреть остров с моря. Но это другая история. Так что смело приезжайте, берите машину, наслаждайтесь и подписывайтесь на мой канал.